Тюмени открылся крупнейший нефтегазовый форум. Ежегодно он собирает более 2000 экспертов, в том числе международного уровня, которые обсуждают глобальные вопросы, связанные с развитием нефтегазовой отрасли. В этом году одно из главных направлений – цифровизация. Информационные технологии и автоматизация призваны изменить подход к добыче полезных ископаемых в ближайшее время, но не исключают применение человеческого труда. Ожидается, что в рамках форума будет подписано 2 соглашения. Договоренности касаются импортозамещения и вовлечения в работу продуктов тюменских товаропроизводителей.